Они лезут ко мне через этот сатанинский клуб, потрогаться, знаешь, ко мне отвратно эти лярвы, ну сейчас лицо, вот. И вот, вот они, все, встало, знаешь, вся сами, так сказать, монастырь, пошли там комфортно. Спасибо. Вот они, я недавно шел, просто вот они почищали, пытались почистить знания об этом архивном деле, вычеркнуть, а в остальном нет там ни фотоальбомов, ничего. А я рассуждал до этого, что они в архив устроились, о, сейчас мы весь Сталинград разрушим. Что как бы Волгоград там где-то облагораживает ли это не было. Ну да. А они что сейчас разрушим, что сейчас они сжигают, может, их и там какие-то принты делают другие. Что всем почистить, знать, что историю удалить, знаешь. Потому что еще завидно, что Детлев, Евгений, знаешь, что. Я думал про Львов, что положить, но она меня такой, ну шмар, ну к делу она, к делам относится серьезно, там, к делам, она за дело. Ну, может, она просто там что-то со своим тупизмом меня такой, знаешь. А это вас высадили с первого раза, там, дед, может, даже придумал.